корпуса. Поставил диски. Красивая отвертка. Красиво выглядит, но внутри полная. Почему он был не ходил? Да, салон. Салон я, по-моему, поменял. Игрушки. Руль. Да, заменил руль, сиденья, задние, передние. Так, сейчас займемся. Как собрать двигатель, чтобы
один снизу. Получилось две крышки не хватает, крышка так у нас. Закажем. Thank you.
эти детали, которые, в принципе, не заменяются. Всё, поставим движок. Где-то если поочередно что-то ведем. Опа, что у нас? Ну, до него я еще не добрался. Двигатель не сильно, потому что не контакт. Иначе бензин подкачивать. Бензон сложный. Протектор 4.
на речке. В принципе, там только ходовка немножко подубитая, диски, возможно, амортизаторы, а вот движок должен резво идти. Yeah.
машины. В принципе, повреждений нет. То, что на рейс-траке. Испытательный путь. Thank you.
еще. Thank you.
Да. Два верхних. Не, ладно, начнем с амортизатора. Ничего не забыть. Вот он, амортизатор двухрычажный подвес. Thank you.
багов дико. Скорее всего, два придется заказывать, сейчас попробую продать. Да, хороший комбайн.
стабилизатор, передний тип Б. Thank you.
процентов. Отлично. Видите, машина лучше управляет. Ладвишка.
суицидует. Душ челлендж. Типа это топовая машина. Я продал. Ну, интересно, конечно, грустно. Увлекательная, познавательная. Thank you.
слышал. Конечно, хорошо, но а смысл? Это же не симулятор гонщика, это не Need for Speed. Здесь особо так гоняться хотя бы с ботами нельзя. Классно было бы, если по городу выехал, сделал себе, затюнил тачку сам с нуля. Поехал на гонки, заработал на гонках до первого места денег. Потом еще апгрейдил, там тюнинговал.